Добрый вечер, леди и джентльмены. Добро пожаловать в гостеприимные и еще, можно сказать, что даже летние набережные Челны. КамАЗ, с именем которого связаны главные заслуги и основные успехи футбольного клуба КамАЗ. Ильдар Ахмедзян, еще один человек, ну, в общем, про которого говорят, что в махачкалинской команде он оказался. Первый момент, это первый гол, это не просто момент, это гол. И какой прекрасный гол забивает махачкалинская «Динамо». Правым флангом атака развивалась, развалилась оборона КамАЗ. Слышите, мяч побывал. Вышел за пределы штрафной площади, вернулся туда, ну и все заканчивается вот таким вот ударом по воротам. В исполнении его команды в этом сезоне одинаково. Момент какой, удар по воротам, и... Но, правда, получает вот такую атаку на свои ворота. Динамо, удар! Так, ладно, с этим разберемся. Момент у Динамо. Вижу я, что в тройку центральных бьются и сражаются они по полной программе. Момент у... Момент у КамАЗа, удары 1-1, гол становится, ну вот вам и замены. Вот вам и передача Артема Абрамова. Вот вам и, ну, правда, забил. Я уж подумал, что 70-й, что появишься на поле Асланбек Сикоев. Подача и второй гол, Динамо влетает. Ладно, может быть, весь этот прагматизм мы сейчас в стороночку-то, о котором только что говорили, в стороночку и отложим. Но стандарт в том, что есть в составе... 13, 14, 12, может быть. Удар по воротам, момент какой! Не Артем Абрамов. Ну что-то у него, конечно, последние пару минут как-то не складывается. Все происходящее на поле. Ну и, собственно, этот эпизод...